На календаре 23 сентября. Ровно 100 лет назад, 23 сентября 1924 года, в Самарском городском театре выступил известный оперный певец, один из первых народных артистов молодой Советской Республики Леонид Собинов. Великий тенор исполнил романсы и арии из опер русских композиторов. 23 сентября 1941 года сотни куйбышевских комсомольцев-добровольцев уезжали на фронт. На колесном двухпалубном пароходе Михаил Ломоносов мальчишки отправлялись на войну, чтобы зимой пополнить лыжные батальоны пехоты на самых жестоких участках Великой Отечественной войны, прежде всего под Москвой и Ленинградом. Страница народного календаря отведена сегодня Петру и Павлу. В народе их прозвали рябинниками. В старину считали, что в эту пору рябина становится сладкой. Но на самом деле ее ягоды теряют горечь только после первых заморозков. Из рябины наши предки делали настойки и наливки, а также варили компоты и целебные квасы. Этими и многими другими интересными событиями вошел в историю 23 день сентября. Позитивного вам настроя и удачи в делах!